Новость про фильм. Как мы перевели, да? Быстренько. Бюджет новой экранизации «Мастера и Маргариты» превысил 1,2 миллиарда рублей. А фильм до сих пор не вышел. Да. Фильм снимают 7-й год. Там поменялись некоторые персонажи, некоторые актеры, продюсеры. Сюжет полностью поменялся. Вообще теперь ничего склеить не можем, говорят. Я тебе больше скажу, даже название раньше было «Воланд», а теперь «Мастер и Маргарита». А, это тот же самый фильм, который назывался «Воланд». Да. Они его переименовали в «Мастер и Маргариту», решили, что это все-таки более подходящее название. Да. А то, говорит, у нас «Воланда» в кадре-то и нет, ничего не то снимаем. У нас только «Мастер и Маргарита». Да, фильм, наконец, выйдет 25 января следующего года. Угу. Ну, интересно, правда, сколько они еще денег потратят? Ну, интересно, сколько они потом зарабатывают, потому что если они условно потратили 1,2 миллиарда, собирать им надо 2,5 миллиарда, чтобы выйти в ноль, а это невозможно, если ты не Чебурашка. Поэтому надо добавить Чебурашку. Я думаю, что вообще большая часть бюджета этого фильма ушла на съемки «Бала сатаны», который мы с вами знаем как день рождения Елены Блиновской. 7 лет, там уже кот-бегемот себе кошку нашел, у них уже 70 котят, понимаешь? Воланд уже вкинулся в NFT и прогорел. Даже сатану обманули, представляете? Мастер на электросамокате ездит по Москве, все, там уже все. Мастер переболел коронавирусом 2 раза. Ну, точно нехорошая квартира у кого-то из продюсеров, я думаю, уже образовалась на эти деньги. Да. Ну, будем ждать.